Как обмануть президента? При правительстве Гончарука мы жили по инерции правительства Гройсмана. Знаете, это русская рулетка. Зеленский розуміє, про що він говорить? И Шмигаль может быть еще более опасен для общества. Мої вітання усім, хто разом із нами на Політека онлайн. Сьогодні спілкуємося з політичним експертом Русланом Бортніком. Руслане, вітаю вас. Доброго дня. Перш ніж ми з вами будемо обговорювати перспективи нового українського уряду, давайте обговоримо те, з яким доробком і яку пам'ять по собі залишив уряд Олексія Гончарука. Є і позитив в правительстві Гончарука, несмотря на те, що всі його ненавиділи і низько оцінили. Во-первых, це правительство не допустило кризисів ніяких. Социальных, экономических кризисов правительство Гончарука за свои 6 там, месяцев работы, условно говоря, не допустило, это надо понимать. Это правительство Гончарука не было тотально коррумпированным или не было сильно олигархизированным. То есть оно не... Но в то же время это правительство было действительно некомпетентных людей, правительство кабинетных теоретиков, правительство внешне очень сильно зависимо. Правительство людей, которые просто не смогли возглавить систему органов исполнительной власти, взять нити управления и что-либо сделать. При правительстве Гончарука мы жили по инерции правительства Гройсмана. Все это время жило, бюджет был Гройсмана. То выезжали за рахунок попередников? Да, бюджет был Гройсмана, кадры были Гройсмана, ключевые, Минфин, МВД, все остальное. То есть все это досталось по наследству. Вот же мы жили в инерции, и мы видели, как президент это оценил, он сказал, что в принципе инерция в правильном направлении была. Но мы сегодня нам нужна не инерция, условно говоря, а нам нужен качественный стрибок. Нам нужно правительство, которое способно управлять экономическими, политическими процессами в обществе. Але вчора новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль, він сказав про те, що курс, який був, він буде зберігатися. То чи то курс був неправильно обраний, чи виконавці були недостатньо компетентними? А он другого і сказати зараз не може. А що він скаже? Що ми різко розвернемо корабль? Нет, конечно, президент же не поменялся. Курс правительства Гончарука определял же Владимир Зеленский в значительной мере. Но он другого и сказать не может. Но я думаю, что все же правительство Шмигаля – это не разворот, но поворот в украинской политике. В який бік? В сторону переориентации на национальный капитал, переориентация на национальный бизнес, переориентация на национальных олигархов. Если правительство Гончарука было сориентировано прежде всего на внешних игроков, МВФ, кредиторы, внешние игроки, то это правительство будет сориентировано прежде всего на наших олигархов, на Ахметова, Коломойского, Пинчука, на их интересы. Хотя будет продолжить, безусловно, заигрывать с Международным валютным фондом и внешними кредиторами, без них никак. То есть уряд Шмигаля – это, по сути, такой традиционный, обычный украинский уряд? Уряд после Майдана. Надо добавить, потому что после Майдана они все в той или иной мере сориентированы на внешних игроков. И нити внешнего контроля сохраняются, хотя мы видим, что президент очень недоволен этим, и он там фактически требовал их рубить по многим направлениям, там НАП-советы требовал очистить от большинства иностранцев, увеличить там национальное меньшинство украинцев в этих наблюдательных советах. Ну, видно, что президент это раздражает, это внешнее управление, это логично, потому что вот если вот отбросить всю риторику, подойти сухо к ключевым вопросам, которые стоят в обществе, то если взять вопрос мира и войны, то достигнуть здесь прорыва президенту мешают внешние игроки некоторые и наши радикалы. Если взять вопрос борьбы с коррупцией, президенту мешала часть своей команды, связанная с предыдущим политическим циклом, и внешние игроки. Если взять вопрос повышения благосостояния, снижения тарифов или роста пенсий и зарплат, кто президенту мешал? Президенту мешали наши олигархи, и президенту мешали снова же таки внешние кредиторы. В каждом из ключевых вопросов, которые сегодня стоят перед украинским обществом, зашит фактор внешнего контроля. И без выдавливание или без поиска новых моделей сотрудничества с внешними игроками, реальный прорыв в Украине по любому из направлений просто невозможно. А вот на вашу думку, новый премьер-министр может запропонувати такую модель? Кроме поворота в национальную олигархию, тут еще есть смена, немножко смена сущности этого правительства. Если правительство Гончарука – это правительство кабинетных теоретиков, либералов, то правительство Шмигаля – это правительство практиков либералов. Поэтому это не смена политического курса, но смена, скажем так, инструментов, методов, приемов, его имплементации. В этой части Шмигаль может быть еще более опасен для общества.
потому что он знает, как сделать то, что Гончарук знал только, как знал, что делать, понимаете? А это знает, как это сделать. В первую очередь, как. Да. Правительство, это правительство более компетентное, более хитрое, более связано с нашими олигархами, более потенциально устойчивое, нежели правительство Гончарука. Больше такое толстошкира. Да, да, да. Более такое вот оно... Корнями из это украинское правительство, такое характерное, во многом чем украинское правительство. В своей гуманитарной политике, я думаю, что, к сожалению, это правительство будет близко к правительству Петра Порошенко. Сам Шмыгаль и его окружение – это люди, которые или симпатизировали, или были вообще фанатами Петра Порошенко. То есть как бы, они симпатизировали к его гуманитарной политике и всему остальному, поэтому тема языка, религии и все остальное. То есть это такие прихильники армии, мовы и веры? Да, к сожалению, да. Все это понесется дальше. С точки зрения экономики они близки к Азарову. То есть это будут делаться попытки оживить промышленность, какие-то инфраструктурные вещи. То есть они ближе к Азарову, нежели намного, чем правительство Гончарука. То есть это не виртуальные люди, это люди, которые пришли с реальных секторов экономики. Это тоже очень важно для понимания этого правительства. Хотя, вот если я говорил о гуманитарном блоке, надо понимать, что в этом правительстве Шмыгаля, в отличие от правительства Гончарука, доминировать будет президент. Большая часть членов правительства зависима от президента. Раз, особенно что касается внешней политики и обороны, тут будет непосредственно очень чітко контролює президент і особливо Єрмак. От Єрмак чувствується. От в цьому контексті давайте зосередимо нашу увагу на тому, от як вибудовувалася ця урядова конфігурація. Тому що у багатьох склалося враження, що на швидку руч сформувався персональний склад кабінету міністрів. Формується? Ну, там, еще как минимум, я думаю, где-то пройдет протяжении недели. Но основная частина уже сформована, это министров. А дальше пойдем ниже. Антимонопольный комитет, таможенная служба, фонд госимущества. Как минимум 3 месяца еще будут расходиться кадровые волны, пока они доберутся даже не до уровня района, а до уровня области. Ну, хотя бы, на вашу думку, Шмигаль мав якесь вагоме слово на формування складу министров? Да, части министров, но это его слово было короче, нежели было у Гончарука. У Гончарука была больше зона для маневра, для формирования правительства. Людей Гончарука в правительстве Гончарука было больше, нежели людей Шмыгаля в правительстве Гончарука. То есть вы хотите сказать, что Шмыгаля просто поставили перед фактом, мовляв, це твои министры, працуй? Его поставили перед фактом и перед задачей. Сказали, возьмешься за эти задачи? Он сказал, возьмусь. Ну, тогда иди в премьер-министры. Смотрите, сейчас по структуре и по подбору еще быстренько скажу. По структуре сегодня в этом правительстве доминирует президент, усилился Аваков, усилился Ахметов, усилился Коломойский по структуре этого правительства. Ослабел Пинчук, потерял часть своих кадров, ослабели внешние игроки, связанные с Соросом и связанные с американскими демократами. Потеря министра финансов для них, потеря министра социальной политики, если это будет еще усугублено Рябошапкой и Сытником, то это будет уже не просто ослабление, а в значительной мере разгром. Посмотрим. Ринат Ахметов потирает руки? Для Рината Ахметова... Вот если бы я был на месте Рината Ахметова, я бы понимал бы, что после того, как это правительство проведет земельную реформу, реформу, финальную приватизацию, она будет это проводить, то кто за это ответит? Не только же президент и правительство, но тень ответственности ляжет и на Рината Леонидовича, если все будут считать, что это его правительство, что Шмыгаль его человек. Что Плачков его человек, понимаете? Да, хотя Плачков еще ведь если это так, и если оппонентам удастся привязать это правительство к Ринату Леонидовичу, его ожидают серьезные проблемы. После того, как это правительство иссякнет. И все ж таки. Да, это раз. Еще хочу сказать по отбору правительства. Это очень важно. И меня очень разочаровывает то, как это правительство выбирают. Я сегодня боюсь идти там по улице Грушевского или Институтской, потому что там хватают правительства. Всех, кто идет по улице. Шучу, конечно. Но смотрите, давайте серьезно говорить. Шмыгаль 6 месяцев работает руководителем ОДА. Но за 6 месяцев он даже бюджета не реализовал, ни одной программы не завершил. На Пивроку в Ивано-Франкивской области. Невозможно оценить человека за 6 месяцев, его эффективность.
Ну, невозможно. Тем более невозможно оценить эту эффективность за месяц работы в правительстве. Еще месяц у нас был министр. Ну, фактически 4 лютого призначили на посаду вице-премьера министра, а зараз что это означает? Что до сих пор президент Зеленский, его команда не выстроили систему отбора кадров, проверки этих кадров, мониторинга, их изучения, тестирования этих кадров. Этого всего нет. Что до сих пор президент, извините, в кавычках, конечно, влюбляется. Президенту понравился человек, и он готов ему доверять. Он уже, ему уже раз так понравился Гончарук. А потом он разлюбляет, потому что человек разу нравился, делает что-то плохое. Вот такой подход с точки зрения только личного восприятия человека на такие должности, это неправильно. Знаете, это русская рулетка. То есть ты дважды себе выстрелишь в висок, пока ты пока раз найдешь пустую ячейку. То есть не, так нельзя. Страна не дает такого времени. Зеленский подбирает кандидатуру премьер-министра за симпатию. Вот да. Подобается тебе эта людина, будет премьер-министром. Да, да. Вот это, он политически влюбляется в этих людей. Социально вот ему симпатичны. Плохо, это плохо. Это просто, ну, как бы, это ведет к катастрофам. Потому что этих людей кто-то Зеленскому подсвечивает. То есть, ну мы ж, я же не думаю, что Зеленский там надевает бороду, темные очки, и идет где-то на рынки, на форумы, там, не знаю, какие-то тусовки, отслеживает там каких-то кандидатов. Ему кто-то подсвечивает этих. Пане Руслан, а то, якщо ми так з вами говоримо про політичну любов, то в який момент любов Зеленського до Гончарука зав'яла? Кассетного скандала. История с прослушиванием. Сначала с почвы создала скандал по зарплатам. Зеленский сам получает маленькую заработную плату. И он как нормальный человек очень негативно относится к этому, к этим мега-зарплатам, которые там по НАПСоветам, по министрам все поначищали. И добило все, конечно, эти пленки, кассеты Гончарука, на которых Гончарук просто без уважения относится к президенту. Ну, там взагалі весь тон розмови всіх учасників був з такою зневагою до президента. Совещання під лозунгом «Как обмануть президента?» «Как обмануть президента, который некомпетентен?» Пане Руслане, пропоную послухати те, що вчора казав Володимир Зеленський у Верховній Раді на адресу уряду Олексія Гончарука. Так, дійсно, це перший уряд, де немає топ-корупції. Але не красти замало. Це уряд нових облич, але облич замало. Потрібні нові мізки та нові серця. І ми не маємо боятися правди, ми повинні визнавати помилки. Ми робимо помилки багато, але ми готові визнавати їх та виправляти. Скажу вам чесно, мені, і це правда, не соромно за наш уряд. Але ми б хотіли їм пишати. А цей уряд зробив ніж усі минулі уряди, я не знаю. Але це, скоріше, мінус попереднім кабмінам, а не плюс нашому уряду. Пане Руслане, слухаючи виступ президента України, яке у вас враження про це слово президента склалося от враження? Предлагаю... Зеленський розуміє, про що він говорить, чи лише говорить гарні такі слова? Я предлагаю дуже поміняти, не замало говорить, а зімало. Замало. Замало, да. Я буду снова непопулярным, но честным с вами. Смотрите, можно ли за 6 месяцев полноценно оценить правительство? Не. Не. Наверное, тоже, да? Про что я говорил сам Гончарук. Да. Сколько был у вас в эфирах, я, наверное, хорошего слова много о Гончаруке не сказал. Но мы должны быть объективными в этой ситуации. Мне кажется, что все же за это время оценить правительство Гончарука полноценно невозможно было. Правительство не успело запустить своих программ там, по дорогам и по всему остальному, что стало бы маркером. Правительство не предложило своего проекта бюджета, просто не успевало. То есть получило проект бюджета от Гройсмана. И поэтому вся эта риторика президента, она в какой-то мере скрывает другие факты, другие причины этой отставки. Кроме личной антипатии, которая возникла к правительству, ключевая причина отставки этого правительства это в том, что оно так и не срослось, не сумело найти баланс, не сумело найти коммуникации с парламентом и с олигархами. То есть оно зависло в воздухе. В вакууме таком. Да, из-за этого парламент и олигархи что делали? Постоянно атаковали правительство, создавали ему информационные кризисы, зарплаты кто поднял? Пленки кто сделал? То есть не будем называть имя этого олигарха, на К начинается, на И
заканчивается. Все зрозуміло, да, скорее всего, то есть как бы кто это все поднимал. Вот поэтому, а из-за этого, что оно не имело поддержки олигархов, не имело поддержки парламент, правительство превратилось в зону информационных кризисов. Его постоянно атаковали. Падение рейтинга правительства, неспособность из-за отсутствия этих связей реализовать программу президента, снизить тарифы, потому что надо с олигархами договориться. Чтобы снизить реально тарифы, вот, надо прийти к Ахметову, Коломойскому, другим людям и с ними договориться, с ними расписать по большому счету договор о том, как работает энергетическая система Украины для того, чтобы снизить тариф. Понимаете? Так, подумайте, у Зеленського бодай такі спроби були б? Реальні. Ну, ми знаємо, що він там на початку свого президентства мав зустріч з деякими з олігархів. Для того, чтобы с ними договориться, надо быть умнее, чем они даже. А это самые умные люди в нашей стране, наши олигархи. А рівень Зеленського не дотягує? Я думаю, что Зеленский может не созреть к тому уровню, чтобы с ним реально договаривались. Олигархи говорят, да, хорошо, Владимир Александрович, мы все сделаем, все, мы клянемся, мы вот с вами, все. Мы за вас. Зуб даем. Даже вот дать вам машинки скорые, или дать вам тот. Но реально они продолжают работать в своих интересах. Реально он для них не авторитет, как был Порошенко или даже Янукович. То есть игра вкрапленными картами. В этой части. Это проблема. Кроме того, еще один фактор, я его называю фактор дебогданизации. Гончарук тесно связан был с Андреем Богданом и командой Гончарука. Гончарука привел Богдана. И после того, как закончилась любовь между Зеленским и Богданом, мы это красиво, я так называл вас в эфире, мне нравится очень это определение, потерял доверие президента. Такое классическое определение. Вопрос Гончарука был только вопрос времени тоже, потому что он оказался чужим. Хорошее понятие, которое юридично закреплено в законодательстве Российской Федерации. Не только, это в советское определение. То есть, вопрос команды Гончарука был только вопросом времени. Поэтому за счет Гончарука сегодня усилились другие группы влияния, и теперь президент делает на них ставку, что они должны решить те задачи, которые не по силам команде президента. То есть теперь, по большому счету, те люди, которые аффилированы с Ахметовым, с Коломойским, должны найти экономические модели рабочие, не обязательно красивые, скорее всего, некрасивые, то есть, но рабочие для нашей экономики, которые позволят снизить тарифы, индексировать пенсии и избежать экономического кризиса на фоне начинающегося мирового экономического кризиса из-за коронавируса. Новий прем'єр-міністр вчора у Верховній Раді сказав про те, що уряд планує переглянути державний бюджет в частині збільшення видатків для виплати пенсії. Ось такі маркери вже окреслені. Денис дуже багато правильних речей сказав. Там він пройшов по всім болевим точкам президента соціальним, там по всьому. Єдине, він не так не відповів на питання прямі, а де взяти гроші? Вот откуда взять гроши, деньги? Так. Даже если это брать зарплаты у членов Нацсовета, этого приблизительно не хватит ни на что. Надо где-то взять деньги. То есть мы видим даже с проблемой, какие проблемы начинаются с ОВГЗ. Украина выходит их размещать, а их не покупают сегодня. Из-за того, что ставка села, и из-за того, что из рисковых активов сегодня, из третьих рынков, и западный инвестор уходит из-за боязни мирового экономического кризиса. То есть вот где взять деньги... На это непонятно. Идеи правильные абсолютно: повысить, индексировать пенсии, снизить тарифы, выплатить задолженность шахтерам. Там все правильно, он сказал. Но на вопросы питання, прямые... Как это реализовать? Где взять деньги? Де взяти гроші? Пане Руслане, от призначення, до речі, Іллі Ємця, який працював міністром охорони здоров'я в уряді Азарова за часів президентства Януковича, і, зокрема, призначення Ігоря Уманського, який в часи прем'єрства Тимошенко і там короткого періоду президентства Януковича працював тимчасово виконуючим обов'язків міністра фінансів, свідчить про те, що тренд на нові обличчя закінчився? Завершився. Ну, він не починався. Просто общество не хотіло вірити. Ми прошлий раз говорили, такую расшивал каждого министра. Больше 80% министров правительства Гончарука работали в правительствах или с правительствами Гройсмана и Яценюка. Просто это были люди второго-третьего эшелона, они не справились. Сейчас поднимают людей второго-первого эшелона, людей, которые были близки или занимали высокие должности. Этот тренд на новые лица реализован только в парламенте, и мы видим, какое состояние парламента. То есть он частично реализован в парламенте. Я думаю, что это правительство в большей мере, это правительство технократов, я сейчас скажу очень неприятные для них вещи, профессиональных конъюнктурщиков и бюрократов. Вот люди, которые работали при всех режимах, некоторые начинали еще с Кучмой
первым Кучмой, то есть они всюду работали, под всех приспосабливались, там, занимали какие-то должности, боролись за власть, имели свои какие-то карьерные амбиции, даже политически баллотировались в депутаты. Но это люди-конъюнктурщики. Это люди, которые так и не засветились очень яркой политической позиции, у них ее не было. И они ее умели всегда прятать. У людей технократичные, люди опытные, соответственно, в этой закулисной борьбе, умение руководить закулисами. Вот это украинские технократы, бюрократы и умноженные, плюс украинский технократ – это бюрократ плюс конъюнктурщик. Пане Руслане, до речі, от після призначення Володимира Гройсмана прем'єр-міністром України, він сказав, я покажу вам управління держави. А що може показати в контексті управління і свого урядування Денис Шмигаль? Хороший вопрос. Я думаю, що він повисить качество функціонування бюрократичного апарату. Он понимает, знает о том толк. То есть он хороший очень исполнитель. Хорошо понимает, как функционирует система. То есть думаю, что вот тот хаос, который сейчас наступил в нашей управлении, даже на уровне бумажек, распоряжений и всего остального, он уменьшится. То есть он структурирует лучше, запустит функционирование именно бюрократических механизмов. Тарас, я думаю, что он способен договориться с олигархами, чтобы они его не атаковали, получить хотя бы в начале вот эту хорошую прессу, поддержку ключевых медиа, возможно, способен будет с ними договориться о наполнении бюджета. Хотя бы бюджету сегодня нужен такой впрыск хороший экономический, нужны где-то деньги, чтобы запуститься, чтобы заработал этот механизм. Я думаю, что ему будет сложно с внешними партнерами, с кредиторами, с Международным валютным фондом будет сложно. Я думаю, что ему будет сложно с целом с общественным мнением. Хотя, если удастся снизить тарифы, то какой-то выигрыш во времени он гарантирован. Я думаю, что в любом случае Шмыгаль – это такой технологический ход со стороны президента, который пытается снять напряжение между ними и олигархами, найти более компетентные карты, кадры и решить проблему профанов и дебилов. Более того, президент, сейчас рейтинги президента вырастут, я думаю, ближайшие мартовские замеры будут покажут рост рейтинга президента из-за того, что лишились токсичного правительства Гончарука. И президент выигрывает время, это самое важное. От 3 до 6 месяцев украинцы будут присматриваться к новому правительству. Давление на власть, социальное давление уменьшится. Потому что будет сказать, ну, новый правительство, надо дать время, чтобы оно поработало. А вот новый премьер, он будет зручным и слухняным для Зеленского? Чи он будет в певных таких ситуациях казати Зеленскому «ні»? Правильный вопрос. Он не скажет никогда Зеленскому «нет», но он далеко не всегда будет делать то, что говорит Зеленский. У Шмыгаля, в отличие от Гончарука, есть свои точки опоры. У Ахметова, у Коломойского. Будет в Верховной Раде, у Венгруппы, которая под него быстро сориентируется. То есть у него есть свои точки опоры. Президент, понимая характер президента, он никогда не скажет «нет». То есть, но я думаю, что многие вещи, которые президент захочет продвигать, они будут просто бюрократически топиться в правительстве. Это правительство будет, этот премьер будет более независим от президента, нежели предыдущий. Он будет вести все ж таки самостійну групу. Закулисную, но с учетом того, что у него слабая очень квота в правительстве. Но закулисно он будет пытаться вести свою игру. До речі, пане Руслане, а як пояснити цю рокировку? Пристайко на місце Кулеби, а Кулеба на місце Пристайко. Що це таке? В правительстве еще один идет процесс, кроме такого зеленения, идет ермакизация правительства произошла. Еще одно вам такое словечко. Неологизмы. Неологизмы. Дебогданизация, вместо него идет ермакизация. Кулеба, Таран, Гудсайт – это как минимум 3 фигуры, которые связаны непосредственно с Ермаком. То есть, поскольку Ермак у президента отвечает за внешнюю политику, все, что связано с Донбассом, то он под себя подбирал кадры на эти должности. Те люди, которые будут работать в одной с ним связке в части мира на Донбассе, внешних отношений, внешнеполитических отношений. Но в то же время уволить Пристайка, полностью выбросить системы – не захотели, и это было чревато проблемами с внешними партнерами. Пристайка тесно завязан на НАТО, тесно связан с Европейским Союзом, с американским истеблишментом. Именно поэтому Пристайка отправили в почетную ссылку на повышение. То есть дали ему... На подвышение. На повышение, да. Ссылка на повышение. Стандартный тоже советский еще прием. Не советский, еще царский и все остальное. Человеку вроде бы дали больше должность,
но с более узкими полномочиями, министр, вице-премьер-министр без портфеля, без реальных полномочий, потому что вся реальная власть концентрируется в руках министра. На вашу думку, а чому в новому уряді не знайшлося місце для Дмитра Дубілета? Потому что я, это мое допущение, я не знаю, точно вам скажу. Так, ваше допущение. Я думал как бы над этим вопросом. Я думаю, что Дубілет еще может найтись в правительстве или окружении, но ключевая проблема Дубілета – это Богдан. То есть у него привел Богдан. Понимаете? То есть и пока он оказался в зоне риска в этой части. Кроме того, у нас еще есть Федорів, который приблизительно занимается тем же. Кроме того, тут сыграла еще бюрократическая логика. Министр, кабинет министров – это такой главный, такой, знаете, политзавхоз в правительство. А Шмыгаль хочет своего человека на эту должность. Своего руководителя, грубо говоря, аппарата. Это руководитель аппарата правительства, очень грубо говоря. Он хочет своего, он привел своего человека. Для Дубілета не нашлось бы того больше места. Пане Руслан, на завершення нашої розмови, якщо так дещо політично повангувати, як довго працюватиме цей уряд? Думаю, больше, чем 6 месяцев. В силу просто большей опытности, больше умений играть за кулисами на роялях. Думаю, больше, чем 6 месяцев, но не берусь в дальнейшем прогнозировать. Сегодня судьба правительства зависит в значительной мере еще от внешней обстановки. От того, что будет происходить на мировых рынках, от того, в каком состоянии партия власти придет к местным выборам этой осени. Может быть, снова нужно будет кого-то отправить в отставку, для того, чтобы снова на кого-то спустить весь социальный негатив. Но все же это правительство выглядит более потенциально стабильным. Конечно, посмотрим, что будет с правоохранительной сферой и как все-таки будет сформирован, доформирован экономический блок. Пане Руслане, дякую вам за розмову, за наше спілкування. Політичний експерт Руслан Бортник був гостем нашої студії. Дякую всім нашим глядачам за увагу. Будь ласка, активно коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал у YouTube, якщо ще цього не зробили. На все добре і до побачення. Бережіть себе.